В сегодняшнем фестивале играют коллективы энергетического и электрического цехов, Копровый, пожароспасательная служба и две сборных команды, сборная УКСО и ПТС и УЦРЭО и КИПА. В этом году организаторам удалось провести КВН в его лучших традициях. Как и в Большом КВНе, сегодня жюри после каждого конкурса командам выставляли оценки, поднимая таблички с цифрами, а оценивали члены жюри по двум конкурсам. Это фристайл приветствия и музыкальный номер, где участники должны показать не только юмор, но и вокальные способности. Поэтому готовиться нужно было основательно. Естественно, КВН — это такая штука, что там сколько готовишься, столько и получаешь. То есть, ну, если ребята хотели получить максимальное количество эмоций после того, как они выступят, то они готовились замечательно. А я скажу, что все команды готовились замечательно, и все получат положительные эмоции, получат благодарность зрителей, и зритель сегодня получит хорошее шоу. Сергей Арминовский сегодня впервые решил попробовать себя в юморе. Играет за сборную команды УЦРЭО и КИПА, которая называется «Нулевой километр». Настроен на победу, хотя признается, что волнение присутствует. Подготовка к этому сумбур очень большой. Я впервые участвую в КВН. Раскрою небольшой секрет. Я раньше занимался спортом, теперь ушел в юмор. Сумбур, одним словом. Коллега Сергея по команде Екатерина Мелехина также выступает в КВН впервые. Однако сценический опыт у нее есть. Она занималась в театре, шоу-студии «Калиостро». Делает ставку именно на актерские навыки. Я считаю, что главное – это артистизм и правильно преподать себя зрителю. Даже если где-то не смешно, главное просто правильно подать. И поэтому шансы выделиться и занять первое место есть у всех. Ну и, как мне кажется, для каждого человека хочется победить. Парад фраз, которые чаще всего слышат охранники на проходных нашего завода. Да у меня парфюм такой. Это мое, я из дома принес. Слышь, ты че такая дерзкая? Помимо жюри в зале, конечно же, присутствуют зрители, аплодисменты которых важнее любых оценок. Среди них сегодня постоянный болельщик КВН Наталья Воробьева. Работает в отделе АХО завода управления. Начиная с 1979 года, она была участницей агитбригады. Соревновались между цехами. Вспоминает, как шутили на разные темы. Про жизнь, про завод, про себя. Сегодня ей больше по нраву находиться с другой стороны сцены. Теперь уже зрителям в зале. Мы радуемся за молодежь, что они такие позитивные, умеют все правильно сказать, себя показать. Мы радуемся за нашу молодежь. Ну, мы тоже можем, конечно, выйти, но нас и так уже будут смотреть, как на молодежь. Им всего хорошего, удачи. Мы, конечно, болеем за завод, но мы рады за все команды. За всех радуемся, как они хорошо все рассказывают, высказывают. Все болеем. Юмористы, что ли, нашлись? Братство кольца. Гном Гангрена. Гаргона. Гаргона и Пущик. Подождите, почему вы всех обозвали, а меня по фамилии назвали? Все же оскорбили. Все. Да, я, между прочим, знал, что механики выйдут вот типа шутники, да? У нас, между прочим, даже есть миниатюра. Ну-ка, Гера, дай мне ключ на 32. На! А что смешного? Ты что, не заметила? Ключ, что на 35? В итоге, по результатам двух конкурсов, первое место заняла команда Копрового цеха. Сборные УКСО и ПТС оказались на втором месте. И бронзу завоевала сборная УЦРЭО и КИПА. Все команды получили призы. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости Полевского.